Здравствуйте, дорогие друзья, участники фестиваля конкурса Golden Time. Поздравляю всех победителей и хочу сказать, что последний конкурс был практически как концерт. Очень высокий уровень и разнообразность номеров доставили огромное удовольствие. В инструментальной группе было очень сложно определить, кто лучший, как среди пианистов, так и струнников. Были представлены народные инструменты, аккордеон. И получила большое наслаждение, послушала новые произведения, интересные, высокое качество, мастерство. Продолжайте работать дальше. Среди моей любимой категории вокалистов хотелось отметить несколько человек. Елена Прохватилова, Алина Саркибаева. Не все номера, но продолжайте работать в том же направлении. Александр Чешуй порадовал. Молодой, юный и, надеюсь, очень-очень перспективный певец. Так, а в старшей категории была Анастасия Мельникова. Отдельно хочу поблагодарить ансамбль «Рапсодию». Прекрасное исполнение танго. И в актерской категории Куц Жанна. Большое спасибо за выбор Маяковского. Думаю, что мы должны действительно стараться не бояться выбирать такие произведения. И очень было приятно слушать и в вашем исполнении это стихотворение. Спасибо большое. Всем без исключения желаю удачи, новых побед и совершенства. До свидания.